Радио Леонид, пятерка Антон. Роман, Люба, Петяна, всем прием. О! Что будет вместо Ихалинка, блин? Радио Люба, Петя, Антон, внимание всем. Все фильтры решил. Роман, Люба, Петя, Антон. Так, вот смотрим, как без фильтра. Давай. Блять, вот как обычно, хочешь побыстрее? Да ладно, что ты? Ну, побыстрее не получится. Бакетяна, всем прием. О, спектр почище стал. Он до 2,5 до 7 МГц. А, до 7? Роман, Люба, Петяна, внимание всем. Да, соотношение сигнала шум прям. Роман, Люба, Петяна, внимание всем. Радио Люба, Петя, Антон, всем прием. Ну да. Здесь Москва, Роман, Люба, Петяна. А это компьютер под Ихалинг был. Да и будет, только придумаем что-нибудь это. На ДМР ставить. Сука, все за все цеплялся, это не так раздражает. Фигня, Паша. Роман, Люба, Петяна, всем прием. Радио Леонид, пятерка Антон, внимание всем. Че ты в пустоту кричишь? Радио Люба, Петяна. Роман, Люба, Петяна, всем прием. Так, сейчас все уберем, все, что мне не понадобится. Роман, Люба, Петяна, Антон, внимание всем. Роман, Люба, Петяна, всем. Ну, как мой анализатор. Угу. Это 550 МГц. Используется антенна Диполь. Да, Мини Диполь от Ивана Гоги. Иванов Гога, короче, есть такой мужик на радиосканере. Микросхема, это антенна на логической микросхеме 74 АХЦУ-04. Включена в линейном режиме. Используется как раз два инвертора в ней и Диполь. И конструкция простая, но очень эффективная. А это фильтр от 0 до 280 МГц самодельный. Это чтобы транк отсекать 430 МГц. Вот это вся коробочка, да? Да, да, да. Вот это вот ARSPA есть приемы. Еще он так. А, слушай, смотри, прикол. Че? У меня этот стоял еще. Питалово? Питалово, да, он помехи давал. Вон она прям уходит. Да, вижу, вижу, да. Где у тебя сам приемник? А, там что? Ну, стой, стой. А, ну да. Все, включено. 5%, 2%, 0%. Блять, какая же обида, а?